Поздравляю с победой. Как настраивались на сегодняшнюю игру? Важный матч был довольно-таки. Все-таки набираете очки, стараетесь набрать очки. Ну, у нас такая ситуация получилась, что у нас уже каждая игра очень важная. Поэтому настраивались на эту игру как на последнюю, потому что терять уже нечего. И, в общем-то, за счет настроя получилось добиться положительного результата. Согласен. Первый гол как-то психологически помог справиться с соперником в дальнейшем? Я отвечу. Первый гол, очень важно, что мы забили первый гол, потому что, по-моему, в этом сезоне мы ни разу не выигрывали матчи, когда не забивали первыми. Вот. Поэтому очень хорошо, что мы забили первыми, конечно, это очень помогло нам. Плюс так получилось, что, соответственно, гол забил капитан, он воодушевил и поддержал. Да, капитан молодец. Скажите, какие сильные стороны у противника выделяете? Что было самое трудное в игре? Ну, они боролись до конца, и они были индивидуально сильнее, скорее всего, нас. Но за счет того, что мы грамотно выбирали позиции и взаимозаменялись, то у нас получилось не дать им выскакивать один на один, а издалека бить. У нас очень хороший вратарь, и все получилось как нельзя лучше. Да, и еще сегодня мы вовремя очень забивали голы. Вот забили первый гол, и вот я считаю, самый важный это был третий гол после того, как мы пропустили сразу. Вот этот забил парень. И мы поняли, что все-таки, наверное, сможем сегодня выиграть матч. Это был очень важный гол, третий. Какие основные ошибки у себя можете выделить? Может быть, что-то будете исправлять перед следующими играми, которых не будет? Когда кто-то из обороны подключается в нападение, не всегда либо он успевает вернуться, либо тот, кто оказывается ближе, опустится назад. И, следовательно, остаются достаточно большие зоны, которые даже сегодня нас несколько раз могли наказать, но либо повезло, либо успели все-таки отскочить. Ну да, мы отскочили сегодня.